И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот по прошлому ролику вот такая вот болванка, значит, Питера Паркера. Вот так она выглядит. И я скачал именно кроссовки. Добавляем вот кроссовки скачанные. Благо, обуви в интернете пока бесплатной присутствуют. Хотя бы не полностью использовать как модель, а с изменениями, ну, уже та же болванка может получиться, все нормально. Я думаю, это дело можно делать. Так, теперь что я хотел добавить. Выбираем N тело. Я хочу, значит, сделать первое, что добавить ему куртку. Вот эту вот так, по-моему, не такая она должна быть. Так, побольше кисточку. Alt, левая кнопка мыши, приближаем. Через Ctrl рисуем вот эту майку. Так, она вот здесь вот так вот уходит. Она у меня будет именно застегнутая, ну, как цельная. Потому что при анимации, чтобы потом дополнительные кости не вставлять, ну, чтобы красиво все было более-менее нормально. Так, здесь подмышками выберем, через Ctrl проведем вот сюда. Так, здесь сзади сейчас будем капюшон добавлять, а потом будем уже делать эти самые, как пауков, но это, наверное, завтра. Сегодня пятница, значит, сегодня можно отдыхать. Так, и так получается вот такая вот майка. Она потом растянется, будет попышнее. Здесь где-то что-то выгладится. Так, вот здесь вот надо побольше, надо выбрать. Ну, нормально. Так, вот может ее чуть по горлу больше провести. Так, это Ctrl. Так. Ну ладно, пойдет экстракт. Большеватая. Нам надо потоньше ее сделать. Это слишком тонко. Чуть потолще. О, пойдет. Теперь мы ее немножко надуем, чтобы Dynamesh нормально сделался. Это, значит, деформация, инфлат. И чуть-чуть децл надуваем. Заходим в геометрию и находим Dynamesh. Чуть-чуть резолюцию побольше. Все. Это есть хорошо. Так, выглаживаем. Майка не должна вот мышцы. Почему я не хочу сильно прорабатывать, чтобы, ну, показывают Питера Паркера, как будто он качок, но в фильме у него нет таких мышц. Поэтому я буду делать именно так бы, как я его себе представлял бы. Он такой средний статистический пацан со средними мышцами, непроработанными даже. Так, N. Выбираем персонажа, снимаем маску. И я хочу добавить ему тут штанцы. Вот так вот. Это значит, опять же, сабтулы, экстракт, ацепт. Маску снимаем. Попробуем сделать Dynamesh без инфлата. Так, Ctrl-Z не есть хорошо. Надую я все-таки деформация, инфлат. Чуть-чуть. Вот так, потому что штаны все равно будут вытягиваться и делаться больше. Это значит, теперь геометрия. Так, прибавляем. Dynamesh. Вот, все слепилось. И штанишки у нас симпатюшно выглядят. Так. Ну, а теперь капюшон. Кто-то меня спрашивал, как делать капюшон. Я вот давно в роликах показывал. Ну, самый такой вариант. Это значит, вот, включаем сферу. Уменьшаем ее, поднимаем до головы. Так.
можно чуть вытянуть. Так, чуть побольше. Так, ну а тут работаем теперь MOV. Кисточку побольше, ставим X, симметрия, клавиша X. Вытягиваем, уводим все это дело назад. Вот так. Придаем форму именно потеков. Вот такая опущенный капюшон. Так, здесь у нас получается вот эта впадина. Так, здесь потоньше делаем, потому что, ну, по голове словом делаем. Так, здесь прическу я хочу тоже, чтобы она осталась. И поэтому здесь так можно даже, чтобы прическу было видно. Вот такой вот вариант капюшона будет. Здесь чуть поменьше и можно чуть побольше вот в эту сторону. Здесь тоже чуть поменьше. Так, здесь тоже опускаем. Эти части уводим назад. Вот так вот. Ну и сцеп. Сцеп должен быть именно вот здесь, с этой майкой. Все, заготовка есть. И по этой заготовке мы делаем что? Правильно, Ctrl и маску. Не подходим близко к краю. Так, вот все это дело маскируем. Так, смотрим, чтобы у нас и тут рисунок остался более-менее нормальный. Можно даже кое-что отключить. Видимость саптулов. Так. Стыковку делаем ровно и потихоньку. Аккуратно тут все вот это маскируем. Теперь у нас получается экстракт. Что с экстрактом? Смотрим, нам толсто не надо. Ну, в принципе, потом можно выгладить. Ну и тонко тоже не надо делать. Так, смотрим края бока. О, нормально, экстракт. Так, теперь мы сферу удаляем. Она нам уже не понадобится. Это как болванка. Снимаем маску. Все это дело выглаживаем. Ну, вроде бы нормально, но. Так, что еще можно сделать? Смотрим, как делается Dynamesh. Ну, видите, появляются дырки. То бишь отверстия. И поэтому я лучше чуть-чуть. Так. Вот так нормально будет. Inflat. Прибавляем. Dynamesh. 9000 полигонов. И выглаживаем всю эту конструкцию. Теперь нам понадобится майка. Так, это значит N-панель. Нам нужна майка. То бишь не панель, а просто N. Клавиша. Так. И вот здесь нужно вот это все дело подгадать под капюшон, чтобы потом, когда она склеится, не было всякой гадости вот этой торчащей вот отсюда. Так как-то это все дело делать, чуть-чуть вниз опускать. Угу. Мы кидаем все это дело вниз к капюшону. Переключаемся на капюшон. И делаем merge, merge down. Окей. Так, теперь всему этому нужно сделать опять же Dynamesh. Склеить. Потому что мне разные полигруппы не нужны будут. Мне нужна вот эта штука цельная. Теперь включаем через Shift видимость всех сабтулов. И видите, насколько большой получился капюшон. Так, это поменьше кисточку. Можно даже вот эту часть замаскировать. Так, чуть-чуть приподнять. Угу. И вот эту часть чуть-чуть подтянуть к душе. Во. Штанишки, тут ремень еще будет. Так, ему теперь нужна куртка. N-панель. Выбираем тело.
Так, все, отключаем. Куртку я буду делать именно как на две части, вот так вот. Вот так, чтобы потом все это дело отвести. И вот здесь вот до конца не буду доводить, чтобы потом не было накладок всяких. Так, здесь мы вот так ее проводим. Так, здесь, если что, потом вытянем и пролепим. Так, капюшон. Мне надо посмотреть, что у него там с капюшоном. Угу. Ну и опять же экстракт. Здесь можно ее попышнее уже сделать, поднадуть. Во. Не, это многовато. Тогда будет нужно убавлять, уменьшать вот этот объем. Все, экстракт пойдет. Так, это нужно теперь сделать всему этому делу Dynamesh. Опять же, чуть-чуть резолюцию поднимаем. Делаем Dynamesh, чтобы была одна полигруппа. Так, а что тут произошло? Так, а полигруппы две. Значит, Ctrl-W, чтобы стала одна полигруппа. Теперь это все дело выглаживаем. И потом будем все это, значит, растягивать, потому что это куртка, и она у него должна быть как бы свободно вот так тут мотыляться. Рукава побольше, здесь будут замки. Два замка, это как, значит, Майор Гром, когда я делал, вот там такая же куртка. Так, здесь вот побольше душа будет открыта, чтобы видеть, значит, так, это все выглаживаем, должно быть ровненько. О, вот так вот. Ну, кое-где пролепим потом, конечно, не без этого. Внутри тоже выглаживайте. Здесь еще будут складки, рукава. Ну, примерим, посмотрим, что тут получилось. Так, это значит, прибавляем, чуть в бок уводим. Так, вот такой Питер Паркер с такими вот заготовками. Так, куртка, куртка, куртка. Куртку надо, чтобы она свободно висела. Вот так вот. Во. Так, и чуть-чуть ее вниз. И выглаживаем, чтобы она гладкая прям была, потому что потом будем на нее лепить складки, повторюсь, там всякую штукенцию, еще воротник. Так, это слишком он такой плотный, ну, пойдет. Ну вот что-то в этом духе. Вот это тело будет полностью, это будет костюм Питера Паркера. Здесь будет паук, паутина, раскраска. Ну, короче, две будет головы. Одна голова вот эта и одна голова полностью с маской, стыковая. Ее будем, ну, можно будет подставлять, или будет два персонажа, которые будут меняться. Ну, хорошо бы еще, конечно, сделать, чтобы с него маску он мог снимать. Попробовать вот эту анимацию. Попробую, как это получится. Не получится, чтобы маска была отдельно и одевалась на голову персонажа и соответствовала именно форме. Ну, вот пока такая информация. И, значит, заготовка вот такой Питер Паркер. Все, всем пока, до свидания. В следующем ролике разойдемся похлеще, наверное, что-нибудь тут.